начинаем новую эпопею с приготовлением виски, залитием его в эти бочки, о которых я расскажу чуть позже. Ну и будем выдерживать, а позже, года через 3, будем этот виски пробовать. Бочки эти мы купили у наших хороших знакомых в Москве. Объем этих бочек 225 литров. Они сделаны из лимузенского дуба. Внутри был очень вкусный. Вот хочется туда залезть и не выходить оттуда. Так там пахнет классно. Херес Олароса. Сейчас мы начинаем помол солода, варку. И по белой схеме будем сбраживать со стабилизатором брожения. Почему со стабилизатором брожения? Потому что с ним выход получается всегда больше, чем без него. Выбраживает быстрее. Ну и обезопашивает наше брожение от посторонних бактерий. Для тех, кто много ставит зерновых наборов, любит зерновые или солодовые напитки и сбраживает их по холодной схеме, либо с использованием ферментов, мы выпустили новую фасовку дрожжей про зерно на 500 грамм. То есть этой пачкой можно сбродить 85 килограмм сырья. Из расчета 6 грамм на 1 килограмм. Вот, есть на всех наших маркетплейсах. Пользуйтесь, экономьте, сбраживайте. Барики были слиты в середине апреля 2023 года и добрались до Сибири ровно через год. В этих бочках выдерживался херес разных марок. Полное описание этого вина вы можете узнать самостоятельно на сайте производителя, перейдя по ссылке из описания. Я же дам сжатую информацию об этих винах. Протос Резерва. Состоит из сорта винограда Тинто дель Паис. Выдерживался в бочке 18 месяцев. Цвет темно-вишнево-красный с гранатовыми бликами. Аромат интенсивный, черные фрукты, лакрица, легкие тосты, ваниль, специи. Протос 27. Изготовлен из такого же сорта винограда Тинто дель Паис. Выдерживался 16 месяцев. Насыщенный вишнево-красный цвет с фиолетовыми оттенками. Аромат элегантный, со свежими сладкими фруктами, специями и тонкими нотками поджаренного хлеба. Ел Грай Вихо. Сорт винограда тот же, Тинто дель Паис. Ферментация и мацерация в 500-литровых французских фьютах около месяца, а затем последующая выдержка в этой бочке 18 месяцев. Вишневый насыщенный цвет с фиолетовыми оттенками. Ароматный букет из превосходных зрелых ягод и фруктов, пряные и бальзамические ноты на первом плане, поджаренные и минеральные ноты в завершении. О бочках такого размера мечталось давно. Ибо приготовить достойные виски в бочках объемом до 30 литров достаточно сложно. Приготовить 750 литров виски на нашем оборудовании тоже весьма непростая задача, но выполнимая. Это белорусский солод, мы закупили его в большом объеме. Сейчас его размелим и сделаем ГОЗ, а затем фильтрацию с последующим сбраживанием. Полностью процесс приготовления мы показывали в прошлых наших видео, и повторять это здесь снова не будем. Нам придется переработать около 1200 килограммов солода. Один затор в нашем ПВК – это 60 килограммов солода, гидромодуль 1 к 5. Для трех бариков мы сделаем как минимум 20 этапов осахаривания, фильтрации и последующего сбраживания, а затем перегоним часть браги в спирт-сырец и сделаем повторный перегон на колпачковой или бражной колонне с укрепления до 92%. Вторую часть браги переработаем в готовый продукт на колонне РБК 2020. В итоге мы планируем управиться с этим до конца августа 2024 года. Кому интересна себестоимость проекта, то по ссылке в описании вы найдете статью «Новый проект. 3 барика» или «Как закопать деньги. 800 литров виски на 3 года», в которой я посчитал все затраты. Всем привет! Сегодня 7 сентября. Мы находимся в одной из наших винокурен, где мы храним напитки, которые мы сделали. То есть это хранилище изделий, уже готовых творений. Сюда мы притаранили 2 из 3 наших бочек. Здесь мы их залили, виски, вот они. Занимались мы этим, получается, с
июня месяца. Выгнали в общей сложности. Для каждой бочки понадобилось 130 литров виски 90-градусного. И делали мы его из солода, который закупили в начале лета. Получилось идеально, вкусно. Что получится через 3 года, попробуем, оценим. Если понравится, сольемся. Не понравится, будем дальше выдерживать. Здесь идеальная температура, есть специальное оборудование, которое создает здесь нужную влажность и температуру. Ну и здесь, я думаю, что эти бочки будут чувствовать себя прекрасно, доля ангелов будет минимальна. Мы делали горячее осахаривание в ПВК в нашем 250-литровом. Делали по белой схеме, сбраживали спиртовыми дрожжами. Часть, 70%, перегнали на бражной колонне, а часть перегнали на РБК. То есть 70 на 30 примерно получилась пропорция. То есть 70% на бражной колонне, 30% на РБК. Все соединили вместе, ароматика у напитка прекрасная. Вот, залили, получается, в каждую бочку влезло по 225 литров. Встретимся с вами через 3 года, когда мы будем пробовать этот виски, какой он получился. И эталонный белый мы оставим небольшую бутылочку, чтобы сравнить, что получилось с этой бочки и какой был белый. На этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.